Я залила корни водой, так мне легче их освобождать от коры. Вот. Получается, что я ее как бы вымываю оттуда. И она вроде как выскальзывает. Придется немножко помучиться, но это того стоит. Наконец-то я освободила эти корни. Смотрите, какие они длиннющие. Вот, перерезать я буду. Вот я вверху отложила корни, которые останутся в верхней части. Вот, вот здесь свободное местечко. Там я разрежу. А внизу останутся вот эти все корни. Я сейчас разрежу и вам покажу.